Переговоры по Карабаху больше не будут проходить в формате тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. США и Франция отказались взаимодействовать с Россией. По мнению экспертов, это решение никак не отразится на процессе нормализации отношений Азербайджана и Армении. Минская группа ОБСЕ уже давно доказала неэффективность своей деятельности, отметил депутат Хикмет Бабаоглу, подчеркнув, что посредники почти 30 лет занимались лишь затягиванием переговорного процесса. Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить требования ООН в рамках своего мандата посредника. Они не сыграли никакой роли в урегулировании карабахского конфликта. Президент Азербайджана после победы во Второй Карабахской войне говорил об этом неоднократно. А сегодня в работе МГ-ОБСЕ нет необходимости. Какие проблемы они могут решить, если не в состоянии договориться даже между собой? Да, определенные силы пытались восстановить деятельность посредника. Но, как мы видим, по заявлениям главы МИД России, эти попытки не увенчались успехом. Переговоры ради переговоров. Так, по мнению политолога Ильяса Гусейнова, можно охарактеризовать работу Минской группы ОБСЕ. Эксперт сомневается и в объективности деятельности посредников. Они нередко занимали проармянскую позицию, особенно несбалансированные. Аналитик называет Францию. Армения все эти годы пряталась за этой ширмой бесконечных переговоров Минской группы. Эта структура элементарно не могла заставить Армению выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, то есть вывести свои захватнические войска из Карабаха. О каком влиянии может идти речь? Минская группа ОБСЕ ликвидирована не сейчас. Ее конец пришел после 44-дневной Отечественной войны. Да, говорили, что они будут помогать в решении гуманитарных вопросов, но сейчас есть другие платформы переговоров, которые справляются с этой задачей намного лучше. Эксперты называют новый переговорный формат Баку-Брюссель-Ереван более эффективным. На встречах при посредничестве Европейского Союза обсуждаются конкретные вопросы и принимаются необходимые решения, отмечают политологи. Тройке сопредседателей Минской группы в первую очередь не хватало именно этой конкретики, резюмировали эксперты.